Добрый день, меня зовут Дмитрий, я являюсь сервисным инженером компании GRP Automation. Компания уже пятый год наступает. Да, занимаемся только роботами, немножко внутреннее производство имеем, изготавливаем тумбы для роботов, позиционеры также изготавливаем. Перечень пусконаладочных работ входит, получается, монтаж непосредственно от робота, в данном случае позиционер плюс станция очистки. Также двухдневное обучение, базовое двухдневное обучение, то есть основы, сварка, движение робота. Возможности данного робота, слушайте, да мне кажется, можно сварить все что угодно на нем. Главное, чтобы он мог подлезть просто туда, куда нужно, то есть места, где он может поместиться, так сказать. То есть если где-то будет вот такая высокая деталь, да, выше нашего гусака в данном случае, то есть мы уже не сможем просто подлезть туда, вот и все. Поэтому мы и не сварим. А так, многопроходная сварка у нас присутствует. Мы можем несколько слоев вложить, ну, класть и, в общем-то, наваривать слой определенный. Скорость сва, ну, я думаю, около 20 мм в секунду можно установить, на тонких металлах установить. Но, как бы, не рекомендуется. Все-таки шов может быть некачественный. Ну, где-то, ну, 12 мм точно можно в секунду. Это довольно хорошая скорость, на самом деле. Да, также робот является шестиосевым, в данном случае седьмая ось – это у нас позиционер. Слушайте, по качеству, ну, я думаю, очень хорошие, они почти не ломаются, ну, вернее, даже не ломаются, не было таких ситуаций, если только специально их не сломать. То есть были, да, ситуации, когда клиент немного не уследил, да, и, допустим, погнул у нас вот эту ось, буквально год назад было. Ну, а так, сами по себе, нет, не было такого. Да, в роботах, безусловно, уверены, ну, сам по себе, как бы, никогда он не подводил, в общем-то. Как бы все зависит от человека, который стоит за этим оборудованием, в общем-то. От его знаний, от его навыков, которые он приобретает в процессе работы. Да, тут как бы в процессе работы немаловажно. То есть самое главное обучение не то, что я даю там базу какую-то, мы даем базу, да, а дальнейшие действия. То есть как оператор к этому относится, как он занимается этим, как ему интересно. Самое главное даже это интерес, наверное, к этому. Слушайте, на самом деле у вас очень такое производство прям. Самое главное, здесь чисто, ну, как для меня. Это очень чисто, полы ровные, все. Много оборудования у вас достаточно неплохого. То есть я вот сейчас в одном только месте нахожусь, тут уже понаставлено. Где-то там я, может быть, еще не был. Не знаю. Ну, в общем-то, мне, да, мне нравится у вас. Да, в завершение скажу, пожелаю вам дальнейшего развития, роста, побольше вам роботов, безусловно, не только сварочных. Спасибо за внимание. До новых встреч. Да, я думаю, они еще будут.